Так, пришла лампочка с Китая, светодиодная. Наша сливка якобы. Ихняя, по-моему, Е14. Ничего, никаких опознавательных знаков на ней нету. Даже не знаю, от какого продавца. Так сразу не скажу. Надо будет смотреть. На коробке сплошные иероглифы. Тоже получается, кроме вон 1000, больше ничего не видно. Сложно определить вообще, насколько она. Ват и так далее и тому подобное. Ну хорошо, хоть на 220 вольт 50 герц. Здесь на самой посылке тоже ничего не указано, никаких ват. Ну, а хотя вот есть 10 SMD, это где-то должно быть как раз. Ну, даже не знаю. 28. 10 ватт не может быть такого. Тут что-то 35. Ну, вот на 35 может быть ватт и есть. Я помню, заказывал ориентировочно на 40. Посмотрим, как она светит. Так, вот 40-ка. Обычная лампочка. Вот так вот она светит. Довольно ярко и хорошо. Сейчас это вкрутим, посмотрим. Крутили китайскую лампочку на диодах. Смотрим, включаем. Тоже якобы засветило. Вот так вот светит. Но скажем так, до 40 ватт лампочки не дотягивает. Максимум 30 ватт. А то и 25. Так, нашел, с какого заказа это была лампочка. Лампочка указана якобы 6 ватт. Ну, на самом деле 6 ватт она не светит. Она дает всего-навсего максимум 3 ватта. И стоила она $1. Что, вот такие вот дела. Брал специально попробовать, как оно светит. И посмотреть, стоит ли брать еще себе, либо нет. В принципе, теоретически, если они станут еще немножко дешевле, по 50 центов, то можно брать и заменить в люстре все лампочки накаливания. Думаю, если я их поставлю штук 7 на комнату, то света будет достаточно. Хотя и впритык, скорее всего, потому что если подумать, что она светит слабее, чем 40-ваттная лампочка, а у меня стоит 8 40-ваттных, значит, все-таки, наверное, крайне впритык. Скорее всего, будут полусумерки.